привет! Сегодня у нас день благодарения, и поздравляю каждого человечка с этим прекрасным солнечным праздником. Я только что была в церкви, у нас прекрасное было слово от пастора Александра Шевченко. Мне все очень понравилось, очень много было разных свидетельств, как Господь работал в сердце каждого человечка. И также я хочу вам сказать, чтобы вы вспомнили те прекрасные моменты, с которыми тех людей, которые вам помогали в каких-то моментах, это какой-то дали хороший совет, или вам помогли материально, или вас отвезли куда-то, и вы очень нуждались, и вы чувствовали прям это прям Божья поддержка, Божья рука. Позвоните этому человеку, напишите слова благодарности, поздравьте своих родителей, поблагодарите за все. Они от Бога, и вы должны это ценить. Также хотела сказать большое спасибо каждому, кто пишет прекрасные слова. Мне очень-очень приятно за все, за всю вашу поддержку. А еще также хотела сказать, что я получила только что презентик из Германии. Спасибо большое Кате и ее семье. Спасибо за то, что вы мне пишете. Вот я еще получила вот эту наклеечку. Это Татьяна поехала в Германию и уже вы передали. Мне очень приятно, и очень было приятно услышать то, что Татьяна сказала: вы меня ждете в Германии, и вы ждете, чтобы я приехала к вам в гости. И она меня пригласила также, Татьяна, и говорит: ты приезжай ко мне, я тебе расскажу про эту семью. Мне очень приятно то, что я с каждым из вас, из моих зрителей, могу с вами общаться, и у нас нет никаких барьеров. Я благодарна вам за вашу поддержку, за вашу любовь и вообще за то, что вы есть у меня. Спасибо, Катя, огромное за такой презентик маленький. И спасибо вашей семье за вашу любовь, за вашу доброту, отношение ко мне. И также спасибо каждому из вас, что вы смотрите, зрители. И всех поздравляю с Днем Благодарения. Пока-пока!